Всем привет! Сегодня на канале два ножа. Один это Zero Tolerance 0909, дизайнер Джорджия. Мною были сделаны накладки из титана. Так выглядели раньше накладки из G10. Клипса стоковая. А сейчас нож выглядит так. То есть был сделан такой рисунок в виде лучей. Изготовлена была клипса для глубокой посадки. Стоковая клипса не устраивала заказчика. Мной была изготовлена вот такая клипса. Сделано занижение здесь под нее. Накладки от песка струены, проголтованы. Так сейчас выглядит данный нож. Вес, конечно, прибавился. Лайнер я высверлил с одной стороны. Вес ножа где-то около 200 грамм сейчас. Но он и в стоке был нелегкий. Насколько мне память не изменяет, что-то грамм 190. Сделано вот такое шестигранное отверстие. Все винты, вся фурнитура осталась родная. Нож на подшипниках. И второй нож. Это дочерняя компания, я так понимаю, Benchment. Делают они туристические ножи. Компания Long Wolf. То есть была полностью переработана рукоять. То есть вот это стоковая рукоять, лайнеры. G10 черная рифленая, такая вот клипса. Мною был сделан фреймлок титановый, карбоновая накладка, новый осевой, также клипса на глубокую посадку. Отфрезеровано занижение. Установлено изнутри. Клипса жесткая. Также был изготовлен карбоновый спейсер. При обработке карбону заметил, что он имеет некие раковинки.
так сейчас он выглядит. Сталька на данном ноже CPM S30V. Так, заходит фрейм. Титан анодирован слегка. Отгалтован. Клиночек по центру. Вот такие две работы. Этот нож я не взвешивал, ну, я не думаю, что он много прибавил. Не знаю, по моим ощущениям, грамм 100-130 он весит. В принципе, все. Всем спасибо. Пока-пока.